Фельдшерско-акушерский пункт в поселке Белый Ключ сделали цифровым. В учреждении провели скоростной интернет. С ним появились не только электронные карты пациентов, но и самые удобные из опций – онлайн-запись к узкому специалисту. К нам приходит пациент в назначенное время. Это удобно, никаких очередей. Каждый пациент подходит к своему времени. Также мы можем записывать повторно. Также они подходят тоже в свое выделенное время. Можем мы записывать также к узким специалистам своей поликлиники или других поликлиник, или также можем вести удаленную запись. Более 3000 человек обращаются за медпомощью в это учреждение. Это население поселков Белый Ключ, Плодовый и Загородный. Большинство из них – граждане почтенного возраста, которые не понаслышке знают о хронических заболеваниях. Пациентка Елисения Малинова каждый месяц посещает ФАП. К терапевту она записывается по телефону. Как правило, прием начинается с обследования и выдачи инсулина. При необходимости участковый доктор записывает ее к профильному специалисту. Елисения Касимовна призналась, что долго ей ждать не приходится. Время устанавливает. Очень удобно вообще-то стало по очереди, по времени. Придешь, народу никого. Получается, что все здоровые. Узкому специалисту вы попадали через вашего терапевта? Знаете, к эндокринологу собиралась записаться. Она у нас только вот недавно вышла, поэтому я вот к ней собираюсь записаться. Напомним, строительство и ремонт медпунктов проходит в рамках реализации национального проекта здравоохранения. В него же и вошел региональный проект цифровизации медучреждений. На территории Ульяновской области у нас реализуется региональный проект создания единого цифрового контура на базе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения. В рамках этого проекта у нас будет происходить дооснащение лечебных учреждений региона автоматизированными рабочими местами, дооснащение работника сертификатами ключей электронной подписи, а также дооснащение центра обработки данных, на которых, соответственно, функционирует наша областная региональная медицинская информационная система. 413 медпунктов области будут оснащены компьютерами и интернетом. До 5 ФАПов прогресс уже дошел. Остальные же будут готовы к концу 2021 года. Виктория Чиркова, Юрий Ломатов. Новости Улправды ТВ.